Один самолет пролетел, потом второй. Расплакалась. Испугалась и все. А ребенок как? Ну, конечно, переживала. Беременная же была. Ребенка еще не было на руках. Вот после этого на следующий день мы поехали. Очень хорошо приняли врачи вообще. Замечательные. И палаты, и все. Вообще и сделали аборт. О, кесарево сечение хорошо. Боялась, переживала. Первые роды все-таки. Я не ожидала, что так все хорошо будет. Не то, что у нас в Украине, тут лучше.